Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру Dead Space 2. Где мы находимся? Я не помню. Давайте посмотрим задание. Кошка тихая. Встретить Элли Строса. Элли Строс где-то рядом. Нам пришлось разделиться после того, как был уничтожен транспортный терминал. Ничего. Элли работал на CAC и прекрасно знает это место. Они найдут, где спрятаться. А вот насчет сохранности своей шкуры я не уверен. Я тоже. Так, ладно. Что мы имеем? У нас довольно печально все, кстати говоря. У нас аптечек-то нет вообще. Зато дынги есть. Давайте купим. Хватит, интересно, нет хоть на одно. Не помню, сколько они стоят. Давненько уже не играл. Офигеть. Так, на эту не хватает. На эту хватает. Тут можно выкинуть. Но все равно не хватает, да? Ну ладно. Хотя бы так. Так, ну и надо сказать, это место меня не очень радует, потому что здесь, я так понимаю, боли будет более чем достаточно. Так, а что у нас там? Оттуда я пришел? Или что? Да, оттуда я пришел. Ой, ничего не помню. Сколько времени прошло? Не так много времени прошло, пару деньков с того момента, как я последний раз запускал Dead Space. Но вообще не помню, что тут происходило. Офисное помещение. Встали ваши могилы, господа. А там за стеной кто-то ругается. Причем матом. Причем грязный-грязный, как сапожник. Надо рот ты ему заткнуть. О, малая аптечка, хорошо. Что это было? Я ничего не заметил. Что-то мелькнуло периферийным зрением. Успел увидеть. С одной стороны, удивительно, да, что некроморфы, они не дохнут в космосе. Но с другой стороны, они же некро, во-первых, а во-вторых, морфы. То есть они мертвые и при этом еще видоизменяются под окружающую обстановку. О, ребята. Дом притворяется. Ты же притворяешься, да? Давай. О! Ёлки. Ёлки-палки. Хрена себе. Как называется? Поднял одного некроморфа. Больше нам такого не надо, пожалуйста. Так, ладно, у нас не так много патронов. А вот, кстати говоря, надо экономить. Но если такие орды будут переть, то экономить не получится особо-то. Ой, нет, ну только не вы. У нас очередные проблемы. Так, на исходную. Здесь они выйти ниоткуда не могут. Вроде нет. Ждем. Ждем. Тут они могут прийти с потолка и со стен. Так, сколько их там было? 3 штуки. И они ведь придут. Эти точно придут. Так, сюда ушел. Сюда ушел. Да и в принципе нормально будет. Я одну сюда поставим. Все, и можно пока расслабиться. Давайте сходим, проверим, что у нас тут. О, это мы удачно заглянули. Обожаю это вот мину выставлять. После них как-то чувствуешь себя в порядке. Контактные мины, отлично. Это что вообще такое? Золотой полупроводник. Замечательно. Так, схема, блин.
Классический костюм. Отлично. Поднять. Что за классический костюм? Я, честно говоря, не очень помню. Но надо начинать копить, я так понимаю. И на харде это сделать уже будет потяжелее. Так, ладно. Что-то мне как-то... После того, как те ребята появились дружной компанией, резко неспокойно стало. Ну, вроде как мы отсюда уходим, да? Ну-ка, проверка. Так, да, уходим. Тогда давайте мы свои мины-то подберем. Ой, блин. Что это было? Обо что она сдетонировала-то? Да уйди. Просрали мину дорогую. Плохо. Блин, паук по ноге лазит. При такой игре это, по-моему, нежелательно. Опять-то не с той стороны. Когда ж вы запомните? Воздух с этой стороны, с той стороны вакуум. Хватит уже петросянить. Ой, тихо. Тихо. Ты скотина. Так, ну, надо сказать, прошло хуже, чем я планировал, но прошло, что уже само по себе хорошо. Блин, всего два врага, и сколько урона. Там, по-моему, притворюха лежит, нет? Нет, просто расчлененные куски тела. Нет, я узнаю голос, это Элли, по-моему. Стазис. Напоминание. Используй стазис для безопасного доступа к, короче говоря, к техническим зонам. Ладно. Хорошо. Ребята, это не к добру. Да, блин, вы заколебались своими. Так. Вроде спокойно, да? Зато я вижу хорошую вещь. Но я понимаю, что так просто ведь ничего не бывает. И сейчас нам придется пострадать за свои убеждения. Да не тебя. Тебя хочу. Так, простите меня, комар сожрал. Пусть остается, так мне будет спокойнее.
Смотри, вообще без проблем ушли. Ну, ладно. О-о-о. Все лучше и лучше. Тихо, приготовились. Ладно, ложная тревога. Все хорошо. Иди в офис администрации. Спасибо, без тебя разберусь. Где это мы? Внимание, взрыв опасно. Пульт топливной обработки. Так, о, какие люди. Isaac, over here. The door is jammed. This must have been the last stand for whoever was left down here. Can you get the door open on your end? No, the circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step boy. I think I can stop it from here, though. All right, do it. Shut down, expecting systems recalibrate without notice. The steps. He wants me to follow the steps. I want to take Heather Strauss. I'll be there soon. Короче говоря, нужно на ту сторону к ним попасть. Среди прочего. Так, мне много давит. Поняли, что я их обожаю. А здесь у нас какая-то баррикада прям. А это ее владелец, похоже, да? Сварил. И там жил, похоже. Но недолго. И некачественно. Давайте сохранимся. Управление давлением смертельно опасно. Я привык. Я привык. Это плохо. Контактные мины. Хорошо. Подожди, как-то некачественно. Перепощёль. Так, ну, пока что я, конечно, вздрогнул, подпрыгнул, но... Тихо, тихо, тихо. Да ты живой еще, что ли? Да что ж с вами не так-то, а? Неплохо так он меня порвал. Жизней больше нет. Да на кой хрен мне твоя конечность? Ох. Не сильно мне помогло это все. До свидания. Так, сюда не знаю, заходить нет. Давайте попробуем. Что-то мне уже страшновато тут находиться. Враги прям злобные какие-то. Так, ну ничего, скоро наш X будет очень хорошо удар держать. Это отлично.
О, это не к добру явно. Ненавижу невесомость. Не, ну в обычных обстоятельствах-то она крутая, наверное, была бы. Manually shutting down the plant froze all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. Но мы сейчас далеко не в обычных обстоятельствах. Именно поэтому она меня раздражает. Штыки лежат. Хорошо. Какая огромная машинерия, да? Офигеть же просто. Так, хорошо. Так, куда идем? Туда куда-то? Что-то как-то это, если это сейчас все заработает. Remind me to thank her for providing me with your location. I've locked the processing cycle on, and you end with it. It ends here, Clark. It doesn't have to be this way, Titan. It does. And it is. Goodbye, Clark. Замечательно. Я только что сказал, если она сейчас включится, я с ума сойду. Договорить не успел даже. Ну ладно, хоть не я не в самом центре оказался. Так, и что же мы тут имеем? Замечательно. Замечательная конструкция. Входит, выходит. Входит, выходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, вот только вас не хватало сейчас. Да одна тут такая красавица. Так, ну хорошо, допустим. Вот я тоже знаю, что делать, понимаю. Прошел. Будем считать. О, тут тоже хорошо все. Все лучше и лучше. Так, вот этого не хватало еще. У них там своя атмосфера, похоже. Так, а как же мне это пройти? Давай, пошел, 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 пошел. Ладно. И не через такое проходили уже.
Хотя, как сказать, через такую мы точно еще не проходили. Повезло, что это в таком далеком будущем, что уже придумали стазис, иначе была бы жопа. А, скотина. Да, блин, а. Щипаются потихоньку, сволочи. Так, огнемет. Это нам очень нужно. Спасибо вам. Че бы мы без топлива для огнемета делали? Так, вот это вот действительно вот помощь. Шо? Так, где тут можно... Где тут можно взять одну из этих штучек? Чтобы отправить ее. А, вот. Так, я лучше отсюда как-нибудь. Опаньки. Все лучше и лучше. Просто праздник какой-то. А там еще что-то шевелится. Это, по-моему, первый за игру огромная неведомая хрень, да? Блин, что-то медленно я стрейфлюсь как-то. Тихо. Ну, где-то моя... Нравится? Слабак. Ох, какая пакость, это же офигеть. Рубиновый полупроводник. Ой, какая пакость. Ну ладно, справились. В принципе, пока что все неплохо идет. Могло бы, то есть, быть гораздо хуже. Так, ну все, да? Поднимаем мину тут лежит. Что-то я как-то без особого эффекта, а то в нее запустил. Может, они как-то отрикошетили. Куда-нибудь сюда улетели. Так, надо спешить. Что-то там у них все не очень хорошо. Давайте пошустрее как-нибудь. Да не так, идиот. Ну все, выходи. Блин. Как обычно, все через то самое место вышло, да? Ну ладно.
Могло бы быть и хуже. Стандартная присказка. Еще один силовой узел. Что у них тут творилось-то? Ну, окно, я так понимаю, они проломали. Наш герой не мог своими подствольниками всякими. А эти твари обычными костяными своими шипами смогли проломать. Ну да ладно, не будем придираться. Давайте двигаться дальше. You've got all your parts. You all right? Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. One, two, three, four. Step four. She'll be waiting. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. I stay here and I'll try to get him on his feet. She'll be waiting. Понятно. Нам, значит, нужно сейчас куда-то. Куда-то он туда. Ну, давайте мы на этом, наверное, завершим эту серию, а в следующую уже пойдем разбираться со всем этим. Мы, в принципе, подошли к логическому. Ну ладно, мы подошли к логическому завершению этой серии, то есть мы добрались до своей цели, воссоединились с нашим отрядом. В следующей серии пойдем дальше выполнять свою работу, делать все для того, чтобы выбраться со спроула. Надеюсь, вам понравилось, с вами был Артур, всего хорошего. Офигенно. Пока.